Преосвященные владыки, всечестные отцы, иноки и инокини, дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с светлым, мироспасительным праздником Воскресения Христова. Христос воскресе! Пусть этот пасхальный радостный день озарит наши сердца и души, дарует нам силы несения нашего человеческого Христа, и всещедрый Господь укрепит нашу веру, утвердит нас в православии и дарует нашей богоспасаемой Рязани и всем живущим в нашей Рязанской земле мир, тишину, крепость, помогает нам в наших делах, укрепляет нашу веру, утверждает наши благие семьи, дарует мир, тишину в семьях, дарует благословение на все наши труды. Пусть Господь всещедрый и многомилостивый сохраняет нас. Воистину воскресе Христос! С праздником, дорогие мои!